Дорощевой АВ и Новикова ПВ возбуждены исполнительные производства по исполнительным дистанциям Москворецкого районного суда города Москвы по иску департамента жилищной политики. Трехдневный срок данных для добровольного исполнения требований исполнительных документов вы не исполнили. Принудительное выселение состоится 25 июля 2006 года, 10:00 по адресу Москва, Мытная, дом 46, дробь 2, строение. Я вам сейчас предлагаю добровольно исполнить требования исполнителя документа. Видите, кто возьмет на себя ответственность за инвалида? Вы я сейчас, в первую очередь, скажите. Вы сейчас Ну что, начал? Раз, два, еще разок. Раз, два. Так, теперь в сторону. Раз, вниз. Так, теперь давай ножками потопаем. Так, 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 так. Теперь это... Лежи, лежи. Теперь это просто ноги поднимай. Вот так, это прямо как мы с тобой поднимали. Раз. Опускай. Левую тяни, тяни, левую тяни, тяни. Опускай. Еще разок. Опускай. Так, молодец. В 1988 году мужем была сделана операция на артерии. В 2000 году у него полопались артерии, сосуды глаз. Он уже остался слепым. В 2003 году ему уже дали комнатное кресло-коляску, что дает это право ему на дополнительную площадь. Однако все эти аргументы у нас были отклонены в суде. Выселение жильцов стало это в 86 году с целью проведения капитального ремонта дома. Но вместо капитального ремонта дом это был задан это уже в аренду. Сперва кооперативу отель. Квартиры нам это начали уже конкретно предлагать в 2003 году, когда мы начали настойчиво просить, чтобы этот дом это привели в соответствии с санитарными нормами. Thank you.
трехкомнатную квартиру, пусть это малогабаритную, но для того, чтобы у инвалида была своя отдельная эта комната. Суд это знал, что мы оспариваем справку о дополнительной площади. Однако это было вынесено все равно решение выселить нас это в Южное Бутово в двухкомнатную квартиру. Были подключены это судебные приставы, несмотря на то, что судебные постановления продолжались это оспариваться в установленном законном порядке. Вот. И в знак этого протеста мы это с мужем приняли решение остаться это здесь это, и перебрались эту бракушку. Сережа, ты будешь это? Чего? Чай. Я не сомневаюсь, я это четко заявила, что это уже в 2003 году, что в Южную Бутово я не поеду ни под каким предлогом. А вы на что надеетесь? Не знаю, не знаю. Сегодняшняя история с санобработкой – это еще цветочки по сравнению с тем, что произошло с непокорной семьей Карасевых в выходные дни, точнее, ночью. В 1:45 это мы были вытащены с мужем это из ракушки, запихнуты это в приготовленную и открытую газель грузовой отсек, вывезены в Южное Бутово, в дом это 10 по улице Адмирала Руднева, втащены это в квартиру 92. Ну, муж-то инвалид, как с ним обошлось? Его вытаскивали на одеяле, он кричал от боли. И на одеяле он это был, это брошен это на пол. Вас действительно бросили на пол? Там? Да. А они что-нибудь говорили по дороге вам? Нет. Молча все, да? Мы ехали в грузовом отсеке. И... с нами никого не было там. Карасевы запомнили номер газели, в которой их похищали, и через знакомых узнали, что машина эта принадлежит местной управе и числится за отделом соцобеспечения. Карасевы написали заявление и в Генпрокуратуру. Вот оно. Показали нам эти две бумаги. Одна из районного, другая из городского департамента жилищной политики. Они нашли их в ночь похищения в той самой квартире в Бутово, куда их насильно пытаются переселить с Мытной улицы, то есть из центра города. В управе решать, что делать с семьей Карасевых, будут в 7 часов вечера. Но уже с утра вокруг гаража, в котором третий месяц живет непокорная семья коренных москвичей, крутится бульдозер. Не мешайся. Эй! Нет, слезай.
Давай-ка слезай, слезай, слезай. Давай, давай, давай отсюда. Приехала. Мы всегда больше боялись это за младшую дочку, за Лену. Она более это как-то слабее была, мы считали. А Аня была это более такой это крепенькой девочкой, это, и всегда спортом занималась. Поэтому никогда никто и не подумал, что у нее действительно это сердцем что-то. Это было мгновенное. Это смерть, это мы пришли, это с елки. Ну, у нее оказался пролапс клапана сердечного. 32 года. Она на 6 лет это была старше это Лена. Сейчас бы ей это 44 года было бы. Как отрезали, как вот ломоть корку, говорю, отрезали и выкинули куда-то туда, на окраину, на обочину. Так нельзя как-то с людьми. Какое-то надо уважение, говорю, во-первых, вообще к старости уважение. Какой-то даже вопрос задать, я говорю, а где бы вы хотели? Ну, мама вообще по жизни была очень сильный человек. Очень сильный, волевой. Она как бы, вроде кажется, говорят, то, что в семье мужчина, как правая рука, там все. У нас всегда была мама правой рукой. То есть, если она сказала, значит, надо так и сделать. Поэтому я и поддерживаю их, поэтому я каждый день рядом с ними. Потому что я считаю, что если они считают, что это правильно, они старше, они мудрее нас. Даже пусть, я говорю, и мы делаем ошибки, и старшие делают ошибки. Ну, если они хотят так жить, я не имею права им указывать, как жить. Правильно же? Вот окна на втором этаже, я говорю, вон они, коробочки стоят, вот как бы уже готовились к переселению. Ну, не подошло, во-первых, то, что она двухкомнатная, малогабаритка, 29,9 квадратных метров жилых. То есть развернуться на коляске инвалиду нет возможности, не будет. С его заболеванием должно было 20 квадратных метров ему только выделиться, так как он инвалид, 18 лет у нас уже. Еще старший племянник, я говорю, будет вместе с ними жить вот на этих 29 квадратных метров. Она и была правейшая. Вот тогда это как это двигали это, и нарушили. Чего? Это все равно подтекает. Вот посмотри. Да я вижу, вижу. Да ночью не текло. А вот сейчас начало. Значит, там плохо что-то сделано. Вот. Да я уже подправила железку. Еще побольше. Вот, еще вот. Ну вот это сейчас что-нибудь это. Сейчас надо делать, подставлять, да. Берем фанеру пока подложить. Нет, подвиг. Это сейчас это кусочки. Потому что видно, что провисло. Да. Видно. Mm.
Я отказалась от медицинского обслуживания, от этой льгот, это по транспорту, как это москвичу. Еще все. Сперва я Путину отослала их в целости и сохранности. А потом это все я это... Когда мне сказали, что я это с ними ничего не сделаю, как это выразились, это блефую. Я при них разорвала эти же документы и отослала это Путину вторично. Затронуты сильные их интересы были. Мне об этом это уже неоднократно говорили, уже будучи это, здесь, в Ракушке, после похищения нашего. Это, мне об этом это говорили и депутаты, что вы затронули слишком это больное место. Соседи мои пошли это поменьше, это, не стали сопротивляться. Это, люди не надеялись ни на что. Тихонечко. Вспомни, сейчас я тебя это, с этой стороны буду. Запихни сигарету в жопу, блядь. Взяла, блядь. Взяла я сигареты. Не взяла, ёб твою мать! Серёж, не кричи. Сейчас дадим тебе сигарету. Ну что ж это? Отнимай теперь меня. Перестань, а истерики закатывай. Только о сигаретах думаешь. Это мы с тобой давно это зарядку. Мы с тобой это прохаживались. Каждую неделю ему это тяжелая сейчас процедура. Тем более это он у нас человек это домашний, это стеснительный. Ну, это, по крайней мере, в две недели раз это он это соглашается. Так, давай вторую. Держись, держись. Ну, давай пускаться потихонечку. Блин. Вот таким образом мы его сажаем в ванну. Ой. Да, смотрите, красивый. На. Бриться мы каждую неделю бреем. Когда он это потерял полностью зрение, пришлось самим выводить его из стрессового состояния. У меня почти целый год это лежало это на кухне, на столе весь его инструмент был выложен. И мы потихонечку убирали. Немножечко осталось петелькой. Края самые тяжелые. Это... Потерпи немножко. Потерпи.
Ну, проверь. Где? Вот тут. Вот тут, хорошо. Я поняла, Сереж. Как декабристы здесь. Доказывайте, а кому вы чего докажете? Никому. Я сестра его. И здесь мы родились. У нас отец, мы из родителей. Пять человек, детей остались. У нас отец погиб, и мама умерла. Мы без, круглые сироты. В пятом поколении прадеды. И дед здесь жил. И бабушка жила здесь. Да. Господи, всю жизнь. За кого я тебя с голову, младший командир подъели? Я родилась 3 июля 41-го, и он меня только выписал из роддома. И через 2 недели его взяли, он пошел вот за Москву, как они называют, ополченцами. Ополчение. И подъели тут же в октябре и погиб. И мама одна после, и нас 5 человек. Весь двор плакал, что столько детей, и остались от такой семьи, что осталось. Не плачь. Хочешь, поедем? Нет. Ну, сейчас еще погода на вас работает. Сейчас да. Вот заморозки, что вы будете здесь делать? А я приеду. Я и заморозки тут буду. С ума да, Сережа, сошел. Они тебя краном здесь. Они вместе с этой дрыной тебя увезут. Меня увозили. Мебель-то куда всю дели? Увезли на помойку. Как на помойку? Так. Они в квартиру перевезли? Нет. Да вообще. Они мебель вынесли на улицу и тут оставили. Это вообще позорище. На улице. А ночью дождь. Холодно. Мне кто-то говорил, пианино, говорит, стоит кто-то, вот я приехала. Я видела пианино, вот там во дворе стояло. До такого гордили все. Сережа, ночью-то, наверное, так холодно здесь. Холодно. И дожди меня замучили. Видишь, и течет еще. А здесь крыш течет. Да, да. Ты что думаешь, кооператив-то? Тяп-ляп. Тяп-ляп. Это ужас какой-то, ужас. Яблочек тебе сейчас дам, поешь. Серёня, может, ты поедешь? Давай я тебя возьму, Серёня. Нет. Это вот вечером чаю попьёт. Серёжа, я не стала ничего. Пирожок я испекла. Я тебе денежку привезла. А ой, это тебе домой. Рыбу здесь я тебе пожарила. А это вот фрукты. Серёжа, на тебе денежки. Серёж, не плачь. Ладно, мы пенсионеры не умираем.
Давай, Серёж, сложи в карман ему, положи. Положи что, сюда. Что будет нужно, это сам то не купит вам. Так что у вас все равно здесь готовить нету. Сами разве, а то вдруг правда не привезут пенсию. Не плачь, не плачь. На, яблочко-то ешь. Хватит плакать-то. Там апельсинчик еще. Подарится. Он дорого терпит, больно бьет. Не переживай. А то давай я тебя заберу. Нет. Ну, она-то одна здесь как же будет. Ну, будем с тобой вдвоем. Нет. Господи. Гараж «Пепелище». Супружеская пара отказалась переезжать из квартиры в центре в Южное Бутово. Выселили насильно. Люди подали жалобу и обосновались в гараже «Ракушки». И вот сегодняшняя ночь чуть не обернулась трагедией. Временное жилье подожгли неизвестные, хозяев избили. Репортаж Елены Коробовой. Ночной кошмар начался около полуночи. Двор дома 44 на Мытной огласили мольбы о помощи, и буквально через несколько минут вспыхнул гараж «Ракушка», в котором уже третий месяц живет семья пенсионеров Карасевых. Меня тоже схватил это один это, и начал это затыкать это рот, избивать это, говорить это, что замолчи, повалил, начал избивать это ногами и также затыкать рот. Антонина Карасева тем временем пытается выяснить, куда смотрели ночью охранники строительной компании, возводящей новостройку на месте бывшего дома. Новенькая будочка буквально в 10 метрах от гаража. Можно вас на минуточку? Я хотела вам это задать и вопрос, который задала я вам это вчера. Вот. Маленькую собаку мы привязываем. Собака вырвалась, это просто поводок оплавился. Обгорела эта кошка наша. У деда опалён это живот, обгорели это брови, обгорело это волосы. Как кличка? Сочи. Я уже это стояла это и начала уже кричать, что вы делаете. Потому что это уже это ракушка, это, когда уже они так подняли, тогда он меня схватил это и начал это затыкать это и бить по лицу. А муж? Он это лежал, он уже начал это кричать, он же слепой не видит. А. Вот. И пока я это ему оказывала сопротивление, я это вырвалась, немножко отбежала, и потом это услышала только, что он начал говорить, я это слепой, я это парализованный, я не хожу. А когда я подошла, они стали вытаскивать это, на плитах стояла это «Жигули». Что вы сделали потом? Ну, это, уже здесь это народ это собрался. Вот, была вызвана и скорая, была вызвана милиция, были вызваны пожарники. То есть это пока я немножко это подальше деда помогли мне оттащить, это уже пожарные это начали тушить. А вы ночевали у соседей? Мы ночевали у соседей.
Видишь, его бровки все опаленные. Вон это все это. Вон. Как он это полностью не вспыхнул, это. А кошка как? Лежит. Лежит? Ага, мы накрыли ее, подселили под нее. Она обгорела? Обгорела. Ну, успокойся, все, все, успокойся. Успокойся. Вот Сергей Павлович, Антония Владимировна и ихняя дочка старшая Анюта. А вот это вот остался Сергей Павлович, это ему здесь 20 лет. Вот видите, какая фотография осталась. Это мой папа. Это вот моя мама, это вот тетя Надя, которая 41-го года рождения, это вот моя прабабушка, мамина бабушка, 1880-го года рождения. А здесь стояли мы. Ну вот видите, мы обгорели. Вот фотография моей прапрабабушки, вот она в центре. Эта фотография сделана еще в 1890 где-то каком-то году. То есть это мы уже 5 поколений жили в Москве и жили вот в этом доме. Убрала эти железки и ехала. Я еду в свой дом. Я недаром же, говорю, на гонках на выживание, говорю, выступала. Мне же, говорю, не привыкать. Сейчас. Да что ж так? Глава же префектуры так и сказал в интервью НТВ, что мы неадекватные люди, неправильно рассуждаем, что мы слишком много хотим, как будто что-то лишнее, что-то мы у них из кармана, я говорю. И он так и сказал, я говорю, по телевидению, что мы ненормальные люди. И буквально через несколько дней, я говорю, нам прислали психиатра. Если они хотят, чтобы мы жили на улице, мы будем жить на улице. По крайней мере, я готова уже к тому, что я говорю, я не дам дом сломать, я говорю, пусть они подгоняют какую-то технику, то еще что-то. Я буду просто стоять около дома, пусть они вместе с моими костями ломают. Пока с нами вопрос не решится, дом будет стоять. Он наш, я в нем родилась. Скорее всего, это и рассчитано было. Вот сегодняшняя попытка, потом вот месяц назад, когда их выкрали. Скорее всего, было и рассчитано на то, что их сердца или же психология не выдержит вот такого вот неожиданного поворота. Я думаю, что силы берутся, потому что мы, вот как семья, 8 человек есть, мы вместе. Пока держимся. На завтра, сейчас мне это из милиции вручили повестку деду на суд об изъятии этого гаража ракушки. То есть это значит, это будем на улице. В Южное Бутово я не поеду, я там жить не буду. А где вы будете жить? Я буду жить на улице. Я буду бомжом.